Доброе утро. В эфире новости телеканала «Моя Удмуртия», в студии Марины Симонова. И коротко расскажу о событиях наступившего дня. Сегодня президент Удмуртии отправится в Самару на встречу с участниками первого окружного фестиваля молодежи. Сегодня там почти 2000 молодых людей со всего Приволжского федерального округа защищают свои проекты. Победители получат гранты до 80 тысяч рублей на развитие своей идеи. В УВЕ выбрали символ 22-х республиканских летних сельских игр. Им стала капля воды. Таким образом, организаторы напоминают о том, что в районе много целебных источников. Подробнее о них будет рассказано во время театрализованного представления на торжественном открытии игр. Оно состоится 3 июля. А подростки уже сегодня соревнуются на спортивных площадках Малой Пурге. Там проходит республиканский фестиваль школьников. В силе, ловкости, быстроте пробуют проявить себя более 1000 юных спортсменов из всех городов и районов республики. Благотворительную акцию затеяли сотрудники администрации поселка Кес. Интересно то, что деньги собирают на обустройство дополнительных мест в новом детском саду. Он рассчитан на 190 малышей, а планируют в нем разместить 230 детишек. Анна Ковырзина разбиралась, не запрещает ли закон такого уплотнения и не станут ли родители благотворителями поневоле. Смотри, доченька, красивый детский сад. Да. Большой. Вот сюда с Егором мы будем ходить. 4-летняя Алиса ждет не дождется, как вместе с братом она пойдет в новый детский сад «Семицветик». С мамой они уже мечтают о том, чем ребята будут заниматься в группах. Лепить, рисовать. Чтоб время не ушло, в каждом возрасте свои занятия должны, я думаю, проводиться. Поэтому хочется, чтобы ребенок с самого детства посещал детский сад. У нас получается, вот что дети к 4 годам идут. Но я думаю, что раз детский сад новый построили, то многие вот получили места. Желание всех малышей и их родителей «Семицветик» не исполнит. Сад рассчитан на 10 групп, то есть на 190 ребят. На очереди в поселке еще 350 малышей. Впору затевать вторую стройку. Поэтому в саду решили будущие группы уплотнить. Тем более, что это не противоречит Санпину. В садик будет приниматься не 190 детей, а 230 человек. И вот на эти 40 человек мы, конечно, очень сомневаемся, что будет какое-то дополнительное оборудование приобретено. Это касается и мебели, и мягкого инвентаря, и игрушек. И поэтому мы, конечно, с большой надеждой обращаемся к нашим и жителям, и родителям, может быть, и предпринимателям, чтобы они нам оказали какую-то благотворительную помощь. Акция по сбору средств на покупку инвентаря стартовала на днях. Родители забеспокоились, не придется ли им платить. Но в администрации уверяют, акция исключительно на добровольных началах. Насколько это законно? Законно, но это благотворительная ведь помощь. То есть каждый оказывает помощь по желанию. Дополнительно у нас никто никаких денег ни с кого собирать не будет, конечно. Да и желающих помочь детскому саду пока мало. Единственными, кто откликнулся, стали поставщики мебели. Обещали еще 40 кроваток поставить бесплатно. Так что главный вопрос, где будут спать в тихий час дополнительные подготовишки, решен. Дело только за строителями. К сентябрю они обещали успеть завершить все работы. Как у вас, девушки, дела идут? Хорошо? Работайте, стараетесь? Срок успеете сдать? Ну, надо сдать статью. Анна Ковырзина, Юрий Дроздов, телеканал «Моя Удмуртия». И еще новости из Кеза. Местные жители добились через суд ремонта дороги. Они обратились в прокуратуру с жалобой на плохое состояние проезжей части. Как выяснилось, дорожное полотно ни разу не подвергалось диагностике, как этого требует закон. И, соответственно, не ремонтировалось. Внимание прокуратуры эта дорога привлекла еще 2 года назад. Она была изначально некачественная такая, то есть ранее мы тоже обращались с иском в суд по данному поводу. Мы просили суд понудить администрацию провести ремонт дороги в соответствии с требованиями ГОСТ. Решение у нас было рассмотрено еще в 2011 году, но до настоящего времени так и не исполнено. Ранее в администрации ссылались на нехватку средств, поэтому суд давал отсрочку чиновникам. Сейчас деньги в бюджете на ремонт этой дороги наконец-то появились. По решению суда к работам должны приступить этим летом.
В Ижевске слишком много ночных заведений. К такому выводу пришел президент Удмуртии. Больше полусотни увеселительных клубов и баров работают по ночам, доложил глава администрации Ижевска на совещании по обеспечению правопорядка в Удмуртии. В них, кстати, добавил министр внутренних дел, с начала года было совершено порядка 200 преступлений. С этим пора заканчивать, считает Александр Волков. Он обратился ко всем участникам совещания с просьбой объединить усилия для того, чтобы выправить ситуацию. И к другим темам. Накануне на Ижевском ипподроме большая выставка сельскохозяйственных животных. Она обещает запомниться огромным количеством участников. Полсотни племхозяйств республики привезли в Ижевск своих самых отборных и породистых животных. На их разведение республика сегодня делает высокую ставку. С открытия репортаж Оксаны Худяковой. По 40 литров молока в сутки готова давать эта корова при хорошем уходе. Таков ее генетический потенциал. Об этих увинских черно-пестрых красавицах знают и в соседних регионах. Приезжаю с Татарстана, с Пермского края. Закупали у нас племенной молодняк. Кировская область, то есть все соседи интересуются нашей породой. Вот и на этой выставке у хозяйств есть все шансы найти новых покупателей. Посмотреть на удмуртские племхозяйства приехали и пермяки, и кировчане. Но эта выставка, объясняет вице-премьер правительства, в первую очередь все-таки рассчитана на своих. У нас сегодня где-то от 8 до 9, ну, примерно, ну, пусть 9%, значит, скота находится в племенных хозяйствах. А производят они 26% молока. Зачем нам продавать? Нам важнее сегодня не насытить рынок там соседний, а, значит, обновить свой скот, чтобы получать больше продукции. И республика готова поддержать не только словом. Покупка племскота – одна из строчек бюджетного субсидирования. Как результат, количество племхозяйств с каждым годом становится больше. Начинали мы с первой выставки, 5 хозяйств участвовало, а сейчас более 50. Все осознали, что этим надо заниматься, поэтому у меня нет сомнений, что мы с каждым годом будем продолжать набирать, ну, свой вес в плане основ производства. И то, что мы, нам посильно не только 700 тысяч, которые мы уже достигли за эти годы молока, но и 800 тысяч. То, что это возможно, сомнений нет у завьяловских животноводов. Это они вырастили абсолютную чемпионку нынешнего года. Крепкие ноги, голова легкая, спина прямая, экстерьер все на все на 100% баллов. На 70% в своем стаде я говорю, что все у нас такое стадо. Могли я привезти все свое стадо даже. Проводить такие смотры тоже традиция, как и эта выставка тоже делается ради поддержки своих хозяйств. Вообще развитие племенного животноводства для республики стратегическое направление. И это касается не только молочного или мясного животноводства. Можгинская звероферма 10 лет назад получила статус племхозяйства. Разведение породы теперь стало ее основным доходом. Республика тоже выделяет нам субсидии на поддержание племенного поголовья, что является, конечно, дополнительным стимулом для развития нашего хозяйства. Победители смотра сегодня же на открытии выставки получили и небольшие поощрения – денежные премии за успехи в разведении и поддержании пород. А выставка вызвала ажиотаж не только среди профессионалов. Для маленьких горожан она стала большим познавательным праздником. Оксана Худякова, Андрей Бусыгин, телеканал «Моя Удмуртия». Молодые актеры Национального театра снова в центре внимания публики вновь представили премьеру. Причем на неделе это уже второй новый спектакль. На сей раз выпускники знаменитой «Щепки» показали Шекспира «Сон в летнюю ночь». За всеми действиями на сцене, за мастерством молодых театралов наблюдают их наставники, профессора Высшего театрального училища имени Щепкина. Мне за них не стыдно. Почему? Потому что они очень хорошо учились. И на выпускных экзаменах было отмечено, что это один из лучших курсов, так сказать, выпущенных нашим институтом. Они завоевали гран-при на фестивале в Москве среди студенческих коллективов. Они ездили в Мытище на фестиваль уже взрослых театров. Вот, и там тоже показывали свой спектакль «Девы» по Абрамову. И там была московская критика, и она очень положительно оценила их спектакли. Так что мы гордимся своими учениками. А накануне премьеры лучшие выпускники «Щепки» удмуртские актеры встретились с Александром Волковым. Учебу в лучшем российском театральном училище оплатила казна Удмуртии. Конкурс «Театральное училище» большой, 150 человек на место. И, как говорят преподаватели, они снова готовы набрать группу из Удмуртии.
Сотрудники моей Удмуртии навестили своих подопечных. Шефство над воспитанниками детского дома-интерната в Канифольном наша телерадиокомпания взяла 4 года назад. И с тех пор мы про них не забываем, впрочем, как и они про нас. Ежегодно дарим друг другу подарки. Какие, расскажем прямо сейчас. Оказывается, 4 года целых уже вот стоит здесь эта прекрасная сцена. И здорово, что здесь вы бываете каждый день и выступаете. Это очень приятно. Организатор акции от телеканала «Моя Удмуртия» Ольга Сорокина приезжает в Канифольный каждый год и всегда не с пустыми руками. Поддержать праздник готовы друзья телеканала. Вот и сегодня дети получили в подарок красочные мячи от производителя спортивного оборудования «Лидер». Николай Никонов такому подарку рад. Спортом увлекается с детства, особенно преуспел в волейболе. Спорт – это движение. Жанна Вахрушева, музыкальный руководитель детского дома, говорит, ребята здесь очень талантливые, любят петь, танцевать, ставить номера. И сцена им в этом главный помощник. Особенность этих детей наших, вот, она именно заключается в том, что они очень музыкальны. Хоть они неуклюжие, может быть, они где-то не слышат тональность или чего-то, но они любят музыку, двигаются. Сами заметили, да, наверное? Включая музыку, и тут же у них ритмично двигается и голова, и ручки, и ножки. Очень здорово, очень большое спасибо вам за это. Сцена помогла в развитии танцевального таланта и Марине Загребиной. Сейчас она звезда интерната. Зажигательно танцует восточные танцы, которым научила мама. Музыку и движение подбирает сама, а яркие восточные костюмы помогают шить в мастерской. По телевизору смотрю, и все, танцы, все уже заматывалось уже. С появлением сцены жизнь в интернате стала веселее. Появился и новый праздник – День сцены. Еще один повод ребятам выразить себя, показать свои таланты. Мне кажется, это очень важно – показать, что в мире действительно мало границ, что все люди и что у всех должна быть максимально полноценная жизнь. И мы, как можем, стараемся этому способствовать вместе с моей Удмуртией. Интернат в Канифольном и «Моя Удмуртия» вместе уже 4 года. Пятилетнему юбилею нашей дружбы ребята уже готовят новую концертную программу. Дарья Коновалова, Максим Кузнецов, телеканал «Моя Удмуртия». И к этому часу все. Увидимся в 7 вечера. Расскажем о самых главных событиях этого дня. До встречи.